Еще одно последнее. Все небесные тела, все телесные тела, золотистые ворсинки, клетки, эпителиальные, ручки, ножки, все дела. Но статуи не оживают, но волны мерные встают и опадают, по гребням их скользят мужчина с женщиной. Или, вернее, мальчик с девочкой шалят на гребнях волн, в скользящих пятнах неба, над прорвой раковин и рыб. Всего-то ничего прошло полвека, а волны мерные встают и опадают, не оживают статуэтки молочно-розовой расцветки, не помышляя ни о ком, поросшим хом, лишай ни ком.